Довези до финиша хрупкий предмет, каждое столкновение мешает его прочности. Будь аккуратней. Ага. Ребята, мы все-таки покрасили машинку. Ну, реклама не получилась, посмотреть. Глюк какой-то был. Пришлось 2000 заплатить. Ну, теперь у нас Нива, видишь, красненькая такая. Лады, лады, ладненько. Едем. Так, у нас, кстати, еще дождь. И, у нас груз. Видите, что написано? Сердечко. Нам нужно стараться груз не, как-нибудь не разбить. Ну, вроде бы аккуратно тут едем. О, да, нифига! Вот эти вот прыжки, они конкретно уничтожают этот груз. Ладно, не будем сильно спешить. Ой-ой-ой, он не, нормально. Если сильно не спешить, ехать где-то в среднем такой скорости, то ничего грузу не будет. Здесь, видимо, как-то рассчитывается на скорость километража. Так, 8... Ох ты, я еще откуда-то деньги получаю, прикинь. На красная Нива. Ладненько. Все у нас получится, ребятушки. И я смотрю, у нас здоровье коробочки этой 84%. Получается, нам чем более сохранная эта вещь будет, тем нам больше денег дадут. Блин. А я ее уже расканифолил немножко. Ну да ладно. Ничего страшного. Где у нас там финиш-то? Вон сверху полосочка, я не видел, ребята. Я уже играю в эту игрушку 10 минут. А я просто не увидел, что вон сверху есть полосочка, где наша машинка едет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, все нормально. А вот и финиш уже скоро будет, хорошо. Ах, нифига, где 80%? Алло, те 4% потерял. Вот я ж могу где-то застрять. Вообще 76%. Да елки-палки. Но главное, я надеюсь, груз я довезу. Надеюсь. Тут такие, какие-то камни здесь очень мощные на дороге валяются. Я в шоке. Так, ну где там финиш-то уже? А, все, ребята, финиш, финиш. Что мне дали за эти коробки? 1000 монет. Что, реально 1000 монет дали? Вот, наконец-то ящичек. Рекламная пауза. Получается, рулетку мы вращаем, и сейчас посмотрим, что нам выпадет. Сейчас посмотрим, секунду. Трактор! Реально? Мне подарили трактор? Офигеть, ребята! Новая машина, трактор! Но мы эту новую машинку, трактор, будем испытывать уже в новом следующем ролике. Да. На этом мы будем заканчивать серию. Если понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий, передавай приветы. Всем пока-пока. Всем привет, ребятки. Смотрите, какую машинку я себе открыла. Получилось, знаете, как открыть? А я просто-напросто подключила Facebook в игру. И нет. Получается, я открыл такую тачку Monster Truck. Хотя, тачка, мне кажется, это Запорожец. Да, как мне было бы смешно. Так, у нее, смотрите, что-то мощности, маленькая мощность. Ёлки-палки, смотри. Вообще какая-то тачка не прокачана. Я думал, уже будет вообще джип, супер-пупер. А нет. В некоторых местах она... Как-то слабенько едет. Давай, 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 лебедочка помогает. Хорошо, что лебедка бесконечна. Ну, хоть сколько ее. Хоть сколько ее нажимаю, нормально все. Так, бензин еще заканчивается, елки-палки. Давай. Ну, уже полпути мы проехали. Я думаю, мы не составит нам большого труда проехать дальше. Ой-о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 й
Джип-то. Джип-вонючка. Давай. Бензин закончился. Да, прикинь, все, закончился бензик у нас. Вот такая тачка. Всем привет, ребятки. Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть в игру Off-Road Travel. Ну что ж, смотри. У меня есть такая машинка есть. Monster Truck.
Ну, на самом деле, это просто-напросто копейка. Нет, это не копейка, это Запорожец, ребята, это Запорожец у нас. Ну что ж, давайте прокачаем мощность машинки и бензобачок увеличим. А, станет только 60... Что, только 3 литра добавляет? Ну да ладно. А тут, кстати, можно ее будет еще покрасить, потом белый цвет потом покрасим. Ну что ж, ладно, а что у нас по лебедке здесь? Увеличивает мощность лебедки? Ну давай этот, ладно, лебедку тоже улучшим. А, ну что ж, поехали, у нас тут осталось совсем чуть-чуть проехать. Поехали! Нам нужно эту трассу проехать, потому что я в тот раз, когда играл, не смог проехать. Разбился на машинке. Ну смотри, скорость какая хорошая. Не зря мы прокачали двигатель нашему Запорожцу, монстр-траку. Хорошо прям едем. Ну, у нас задание. Задание проехать карту. Давай. Лебедочку, помогай. О, хорошо, я и лебедку прокачал. Нормально-таки, поднимаемся. Смотри, я даже на газ не нажимаю, а сама едет, по идее. Я и бензин не трачу. Так, а ну что у нас тут? Что-то мало. Монет мы собираем, слышь. 100 монет мы собирали. А я трачу монеты. Очень хорошо. Постоянно что-нибудь покупаем. Оказывается, нужно аккуратненько тратить монетки. Видишь, а лебедку, кстати, я убрать не могу. Да? А, нет, убирается. Убирается лебедка. Ух ты, мало бензина, ёлки-палки, бензин заканчивается. Фух, нормально. Ну, сейчас мы с помощью лебедки даже можем ехать. Нифига, лебедка нас спасает. Ну, видишь, бензин перестал тратиться, потому что я не нажимаю на газ. Во, ну сейчас можно, в принципе, не нажимать, потому что уже скоро финиш. Скоро, ребятушки, финиш. Немножко осталось проехать. Ой, давай, машинка. Кстати, ребята, хотел передать привет сразу. Привет и сразу передам. Александре, привет передаю. Елизавете, Максиму, Павленко, Оле, Лейхнер, Кристаллу и Артему Про ТВ. Ребята, я вам передаю привет. Ну, а если ты хочешь, чтобы я передал привет лично тебе, то просто напиши в комментариях привет, я тебе передам в следующем ролике. Но ты должен поставить лайк этому видео и быть подписан на канал. Ух ты, финиш. А что у нас здесь? Опыт получили, монетку получили. А, продолжить. Ага. Так, это нам предлагает купить машинки. Но мы машинки будем сами открывать потихонечку. Что ж тут получается? Ежедневные... А, идет сборка. Нифига себе, какая у меня сборка идет? А, сборка этой машинки у меня 22 часа будет сборка машинки. Ну, пусть собирается, ничего страшного. А у нас есть трактор. И мы на тракторе с вами, ребятушки, поедем. И смотри, здесь получается... нам нужно 10 локаций проехать. И тогда... чтобы продолжить играть, требуется подключение к интернету. Ага. А если я в эту буду играть? Тоже интернет? Ну, а зачем интернет нужен, чтобы я играл? Подожди. В смысле? Я же играл без интернета. Смотри, беру эту машинку. Дальше. Ну, например, первую локацию. Нет, нужен интернет. Ладно, сейчас подключим. Так, у нас здесь задание. Опять этот шарик. Мячик надо толкать. Ну, ладно. Короче, я понял, как выиграть это задание. Просто-напросто толкаем мячик аккуратненько. Главное, сильно не ехать. Чуть-чуть, слегонца ехать. И толкать шарик. Оп, давай. Во! Вытягиваем. И у нас все получится. Так, вот мы здесь даже чекпоинты. Сейчас мы его толкнем. Главное, сильно быстро не поехать. Куда нафиги? Блин. Давай назад. Слушай, я теперь его назад толкаю. Блин, да еще и перевернули. Сейчас перевернемся, мы нет. Ладно, сик на этот шарик. Ну а что поделаешь?
Теперь мне нужно только с лебедкой играть. Иначе я рискую потратить весь бензин. А, нет, все. Бензин получен. Ну, не смогли мы, конечно, шарик оттолкать. То, что я его назад не могу ничего с ним сделать. И вперед. Никак мы его не толкнули. Ну, ничего страшного. Едем дальше. Давай. Ух ты, кстати, горы появились. Раньше не было гор. Нифига, сколько нам денег дали. Это что получается? Не посмотрел я. Надо вот эти ящики с деньгами открывать обязательно. Ух ты, это что за море, что за океан такой. Ага. Водное препятствие. Есть монетки, нет. Ну, кстати, немного монет вроде бы дают, но уже больше 1000. Так, что у нас здесь? Нам нужно машинку выбрать. Давайте возьмем багги. Мне очень нравятся багги. И поедем. Вот, наконец-то мы открыли новую локацию. 10-ю. Ну что ж, поехали, посмотрим. Так, можно еще в мультиплеере сразиться. Ладно, потом сразимся. О, в пустыне, смотри, у нас. Интересно, интересно. Новая локация в пустыне. Ну, примерно понятно. Это локация. Так, ух ты. Нам нужно... Впрочем, можем использовать лебедку, она нам помогает. Конкретно причем. И бензин мы не тратим. Вот, видишь, как, смотри, лебедка далеко берется. А здесь, в принципе, локация, она... пустыня. Я так понял, просто едем и едем. Это может быть самая легкая, кстати. Карта пустыня. Ох, нифига. А что это было? Мы чуть не перевернулись. Она, получается, она же такая линейная игрушечка. О, багги, аккуратно. Только я подумал, что игра легкая, а она оказалась карта. Достаточно такая привередливая. Чуть машинку не разбили. Ну вот, все уже. Половина пути пройдена. Я думаю, мы без труда особо доедем уже до финиша. Так, давайте лебедочку используем. О, нормально. Так, тихо. Ты чё тут на ровном месте чуть не перевернулись? Да, движок всё-таки надо будет прокачивать наши машинки. Ох, аккуратно. Так, ну что, все уже практически финиш. Практически, ребята, финиш. Мы практически доехали. В пустыне. Интересно, какая будет другая локация? Что она себя будет представлять? Ой. Чуть не перевернулись. Все. Аккуратненько теперь едем. Я теперь уже не газую. И постараюсь доехать до финиша. Ага, все, финиш.